персонально по каждой дисциплине, конечно, мы ожидали больше от шоссе как от мужского, так и женского. Но тем не менее мы не посыпаем голову пеплом и надеемся, что к Олимпийским играм наши спортсмены, которые будут выступать на Олимпийских играх, подойдут в оптимальном составе. И генеральные менеджеры, которые, команда, которая готовится основной костяк этих спортсменов, приложат максимум усилий для того, чтобы они были конкурентоспособны и претендовали на какие-то места в шоссейных дисциплинах.